Сегодня мы поговорим о безопасности. Нет, не вашего компьютера, а вашей личной безопасности. Речь пойдет о видеонаблюдении. Камеры безопасности стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Их устанавливают в магазинах, офисах, домах. Современный рынок представлен различными типами камер. Может быть, малогабаритная в виде какого-то глазка, который удобно ставить в дверь. Может быть, выполнена полнокомплектная камера с инфракрасной подсветкой, которую удобно располагать наружу, на улице. Вот. Также может быть выполнена с применением термокожуха, также наружное исполнение. Вот. Есть камеры для офисного исполнения, так называемые купольные камеры, которые удобно располагать где-то в районе потолка и так далее. Большое заблуждение, что камера безопасности – дорогое удовольствие. С каждым годом этот вид устройств дешевеет и совершенствуется. Стоимость, скажем, одной камеры может колебаться от 30 до 300 и выше условных единиц. От чего это зависит? Ну, в первую очередь, от характеристик. Это от разрушающей способности камеры, которая определяет качество нашей картинки, ну, а также от конструктива и от дополнительных функций. Для конкретного примера возьмем небольшой офис, который нужно оборудовать системой видеонаблюдения. На помещение приходится от 1 до 3 камер в зависимости от планировки. Как правило, классически ставятся купольные видеокамеры. Стоимость данных камер начинается от 40 условных единиц за камеру. Дополнительно камерам само устройство видеорегистратор, который называется. Ну, скажем, цена 4-канального видеорегистратора колеблется от 200 и выше условных единиц. Кроме камеры и видеорегистратора устанавливается жесткий диск. Винчестер на 500 гигабайт можно купить за 70 условных единиц. Итого, на оснащение стандартного офиса 3 камерами предприятию потребуется всего 400 условных единиц. Новинка компании iStream – онлайн-видеонаблюдение через интернет с выделенным виртуальным кабинетом для каждого пользователя. Уникальный продукт для белорусского рынка. Отдельным сегментом у нас стоят так называемые IP или цифровые камеры, выглядят вот так, которые представляют собой законченное устройство. Вот, оно фактически не нуждается в каких-то дополнительных аксессуарах, умеет не только принимать видеоинформацию, но и готовую информацию передавать уже в интернет для конечного потребителя. Больше никаких проводов и мучительных настроек. Все, что нужно для этой системы – скоростной интернет. Через специальный сайт, находясь в любой точке мира, вы сможете наблюдать за тем, что происходит в вашем офисе или квартире, не только на мониторе компьютера или ноутбука, но и на мобильных смартфонах. Подробные консультации и услуги по установке систем видеонаблюдения и обслуживанию компьютерных сетей, а также программное обеспечение вы можете заказать в компании iStream. Подробности на сайте iStream.by. Все для вашей уверенности и комфортной жизни.